Наш телеканал продолжает следить за ходом вакцинации от коронавирусной инфекции на территории Тверской области. Она проводится по поручению президента России Владимира Путина. По состоянию на понедельник, 8 февраля, прививки сделали 24 212 жителей Верхневолжья. Это 69,8% от общего количества вакцины, поступившей в регион. Вместе с обычными горожанами прививаются и те, кто находится в зоне риска. Работники медицинской отрасли, учителя, социальные работники, сотрудники сферы услуг. А с 30 января в областном клиническом лечебно-реабилитационном центре вакцинация началась для водителей транспорта Верхневолжья. Водитель одного из автобусов транспорта Верхневолжья Павел оказался в числе первых вакцинированных сотрудников Верхневолжского АТП. О том, надо ли делать вакцину, признается мужчина, он даже не задумывался. У Павла беременная супруга, а работать приходится с огромным количеством людей каждый день. Здоровье жены и своего будущего ребенка для Павла на первом месте. Очередей почти нет, все сделали довольно-таки быстро, никаких неприятных ощущений. Будем надеяться, что все будет хорошо. Водители транспорта Верхневолжья прививают на базе областного клинического лечебно-реабилитационного центра. На сегодняшний день прививку от коронавирусной инфекции сделали уже 53 водителя. Сотрудников транспортной компании прививают российской вакциной «Спутник В». По мнению специалистов, это безопасный, эффективный и доступный способ защиты от коронавирусной инфекции. Вакцинацию проводят в два этапа. Через три недели после первой прививки человеку вводят второй компонент. Вакцина предназначена только для внутримышечного введения. Такая схема необходима для усиления иммунной защиты организма. С момента начала вакцинации в областном клиническом лечебно-реабилитационном центре первый компонент «Спутника В» получили уже больше 500 пациентов. Записаться на вакцинирование можно различными способами. В первую очередь это по телефону нашей регистратуры. Второй момент – это через медрек Тверь, через 122 телефон единой службы диспетчерской и при самообращении. На сегодняшний день в Верхневолжье развернуто 38 прививочных пунктов. Помимо областного клинического лечебно-реабилитационного центра, вакцинация также проводится на базе областной клинической больницы скорой медицинской помощи Твери, городских больниц номер 1, номер 6 и номер 7, поликлиники номер 8, центра специализированных видов медицинской помощи имени Аваева, а также медико-санитарной части номер 141 Удомли, в больнице РЖД «Медицина», медико-санитарной части МВД Тверской области, а также в медицинской специализированной части номер 69 в СИН России. Также прививочные кабинеты открыты в районах Тверской области, в Андреапольской, Вышневолодской, Кимрской, Ржевской, Бежецкой и других центральных районных больницах. Дополнительную информацию о ходе вакцинации в Тверской области вы можете узнать, позвонив по телефону горячей линии 8 800 333 93 72.